Данила Гришин увлекся географией в 5 классе. Во многом этому способствовало чтение книг и интересные уроки. Сейчас молодой человек планирует связать свою жизнь с географией и поступить в престижный вуз. Для этого Данила постоянно участвует в различных конкурсах и олимпиадах. В прошлом году он уже пробовал свои силы на областной олимпиаде университета имени Минина, однако призовых мест не занял. В этом году попытка увенчалась успехом. В прошлый раз задания были лично для меня сложнее по той причине, что они в основном включали именно географию Нижегородской области. Естественно, это какие-то более локальные вещи, которые надо знать. А в этот раз они взяли весь мир, что для меня лично проще. И, наверное, поэтому результат был более удачный, да. Задания были самые разные. Требовалось отгадать страну, рассказать об образовании географических объектов, пройти тестирование. Данил справился со всеми испытаниями и стал победителем среди 10-классников. Это олимпиада для него, тренировка перед более серьезными турнирами, готовиться к которым молодому человеку помогает его учитель. То, что сумел стать победителем из 70 человек, которые писали 10-классники, я считаю, это хороший результат и для него определенный опыт. Географией в 15-м лицее занимаются не только на уроках. Возможность получить новые знания по этому предмету есть у ребят после занятий в школе и в каникулы. В летнее время у них есть возможность, когда они меньше заняты, участвовать в экспедициях различных. Мы ездили в Мордовский заповедник, жили на кордоне, проводили какие-то исследования. Они участвуют в акциях по энергосбережению. Мы очень сотрудничаем много с проектом «Шпиры» – это международный российско-норвежский проект, и у нас есть определенные успехи. Также в лицее развивается интерактивный музей, в создании которого принимают участие педагоги, ученики и родители. С помощью представленных в экспозиции плакатов, макетов, моделей технических устройств ученики могут еще глубже погрузиться в изучение своих любимых предметов. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24».